Всем привет! Меня зовут Анна Смирнова, и сегодня я хочу рассказать вам о курсе по точечной технике рисования. Чем отличается этот курс, абсолютно от других курсов по рисованию? Во-первых, это рисование точками. Это рисование только одной кистью, обыкновенной простой художественной кистью, номер кисти 0, либо единичка, в зависимости от фирмы, от производителя. И самые обыкновенные, что ни на есть, акриловые краски. То есть для меня это самый бюджетный вариант рисования, потому что для начала я своим ученикам всегда говорю, что возьмите только максимум 3, максимум 4 цвета. Это мы все проходим на уроках, я все рассказываю и показываю, как можно из одного цвета сделать другой. Это для тех, кто вообще никогда не рисовал, никогда не держал кисть. И если честно, кто не держал кисть, мне намного проще научить рисовать, потому что такие ученики — это как белый лист. Это как пластилин, из которых можно вылепить, и которые начинают рисовать, начинают создавать такие необыкновенные произведения, такие необыкновенные работы. Вот, поэтому если у вас есть страх, что вы никогда не держали кисть, что вы вообще не умеете рисовать, что у вас нету к этому никакой способности, есть только желание, я вам скажу честно, рисовать может каждый, абсолютно каждый, потому что мы рисуем не умом, не рукой, мы рисуем душой. И любой рисунок, который мы создаем, это, соответственно, отражение нашего внутреннего состояния. Чем еще интересна эта техника? Если честно, самый древний защитный знак был всегда кругом. Я думаю, что вы смотрели фильмы всякие, там и сказки, и всякие притчи, и все на свете. И точка – это, по сути, круг. И когда мы рисуем точками, когда мы создаем какой-то узор, когда мы рисуем что-то, то есть мы рисуем в том состоянии с каким-то намерением, и каждая точка — это как письмо. Поэтому такие работы имеют не только, скажем, как красивые, да, что это не только красиво, но здесь еще и заложена очень сильная энергетика. Я раньше к этому относилась достаточно скептически, скажем так, относилась, постольку, поскольку, но когда стали происходить какие-то определенные вещи в моей жизни, когда стала изменяться моя жизнь, причем я стала меняться не только внешне, физическая оболочка, да, но стали происходить какие-то такие ситуации, которые я бы сказала из категории чудес, то я потом объяснила себе, почему это происходит. Просто на самом деле, когда мы рисуем, происходит раскрепощение наших страхов, потому что все мы боимся, и я боюсь, и я думаю, что многие из вас чего-то боятся в этой жизни. И через рисование происходит раскрепощение наших страхов, и получается так, что меняются ситуации жизненные, меняется отношение к этим ситуациям, появляются те люди, которые помогают, с которыми нам становится намного комфортнее. То есть жизнь в целом начинает изменяться к лучшему. Это я уже убедилась на собственном опыте, и причем на опыте уже своих учеников, которые уже у меня закончили курсы, которые уже занимаются уже не один год. Ну, это, скажем так, одна из интересных сторон этой техники рисования. Ну и еще один интересный момент, да, то, что эта техника становится все популярнее и популярнее, особенно за рубежом. Свои работы я в основном продаю только за границу. Она достаточно интересна там для зарубежных покупателей. Многие мои работы уже находятся в частных коллекциях во многих странах мира. И мне, конечно же, это очень приятно. И еще один из моментов этой техники то, что можно рисовать на абсолютно любой поверхности, создавать абсолютно любые уникальные вещи, реставрировать какие-то свои старые вещи или создавать какие-то новые. Это всевозможные кружки, это всевозможные
шкатулки, всевозможные какие-то небольшие картинки для декора. То есть здесь масса. Я очень люблю рисовать вот на таких камнях. Это камни с побережья Черного моря. Я их нахожу на побережье, идеально круглые формы. Вот, приходится, конечно, поискать, но все-таки можно найти. И создаю вот такие вот красивые, вот скажем так, узоры, мандалы на этих камнях. Это что касается техники. Поэтому, если вам интересно что-то внести новое, ярко в свою жизнь, создавать подарки, создавать какие-то уникальные вещи, сумки, шкатулки, даже не то, что я говорю, что там надо это продавать, да, даже делать просто подарки своим близким, украшать свой дом, делать себе какие-то вещи. Эта техника помогает раскрепоститься, помогает изменить свой внутренний мир. И я думаю, что буквально на протяжении каких-то полугода каждый может почувствовать, как жизнь обретает новый цвет. Появляются яркие краски из нашей серой будничной жизни. Уже становится много интересных моментов, ради которых стоит просто-напросто заниматься творчеством, заниматься рисованием. Ну, это вот все, что я хотела сказать о этой технике рисования. А на уроках, как проходят уроки? Уроки проходят в записи, это онлайн-уроки. Каждый урок по 10-15 минут. Я не делаю большие уроки, потому что достаточно много информации. Это практика, практика и практика. Я раскрываю секреты, как нужно развести краску грамотно, как нужно набрать на кисть и поставить идеально ровную точку, как сделать градиент, переход света, используя минимум цветов, как сделать вот такой 3D-объем, чтобы работа была не только красивая на взгляду, но и была тактильна, то есть она приятна на ощупь. И это все на уроках, 12 уроков, каждый подробный урок и 6 домашних заданий. То есть вы домашнее задание выполняете в обязательном порядке, отправляете мне на проверку. Если что-то не получается, я связываюсь с вами либо по скайпу, либо по какому-либо удобному для вас способу связи. Это может быть и видеосвязь, и аудиосвязь, то есть это без разницы, то есть это как вам удобно. И главная моя задача, главная моя цель, это чтобы вы начали рисовать. Именно создавать те узоры, та техника исполнения была, которая была приближена, скажем так, к идеалу. Почему именно в записи? Потому что у каждого свой ритм жизни. И каждый выбирает тот способ, тот темп обучения, который ему самый будет комфортный. Потому что если мы будем торопиться, а здесь в этой технике торопиться абсолютно нельзя, то результат будет либо нулевой, либо будет не тот, который я хочу. Ну а здесь на сайте вы сможете посмотреть и работу учеников, которые уже закончили. То есть уже посмотреть, что они могут создавать. И посмотреть какие-то мои работы. А в целом, в принципе, все зависит от того, что вы хотите. Если вы хотите изменить свою жизнь, поменять, сделать как-то ее ярче, интереснее, именно эта техника рисования вам может помочь. Но в любом случае принимать решение вам, и я в любом случае буду очень рада вам. Я со своими учениками, со всеми на сегодняшний день держу связь. Мы с ними общаемся, потому что каждый делится своими работами. Они вдохновляют меня, я вдохновляю их. И люди, которые прошли мой курс, ну, я даже вижу по общению, люди меняются. И просто они становятся более открытыми, более интересными. Когда они говорят, что у них происходят какие-то, скажем так, небольшие чудеса, я просто за них очень радуюсь. Поэтому буду рада вас видеть на своем курсе. И желаю вам всего самого наилучшего, чтобы в вашей жизни были только самые добрые и светлые моменты. С вами была я, Анна Смирнова.
В любом случае, задавайте мне вопросы, хоть какой у вас появится, я буду рада ответить на него.